ребята, едет только сейчас второй нам навстречу. Едет сейчас второй жених. Мы уже уезжаем. Мы уже уезжаем. А вот... Вот нам навстречу едет второй барат, называется барат. Вторая как бы свадебная церемония. Вот едет только второй жених. Смотрите, еще ждут все третьего. Ух ты какой, смотрите, в очках. С саблей. С пушкой. И с целой кавалькадой машин. Ребят, но мы не сможем остаться, чтобы вам показать всю эту бесконечную радость. Вот это вот все огромное количество людей. Потому что приехал только второй. Представляете, приехал только второй жених. Еще ждут третьего. Потом все трое поедут вот туда, куда я хотел попасть. И только после этого все вернутся. И начнется вот эта вот церемония. Вот. Все, ребят, поехали. Мы поехали, нам еще 3 часа добираться до города. Мы находимся в глубочайшей индусской деревне, вот, где вообще, наверное, здесь и закон один. Вот. У кого есть что-то вкусное, тот и победил. А у меня есть вкусное. Вот оно. Поэтому победа присуждается Перчу. Всем пока. А с вами был Перч. Из даже не знаю откуда, ребята. Не знаю откуда, но здесь очень вкусно. И очень-очень добро. Пока.